Thank you.
возражаешь, если я потолок посмотрю? Нет, конечно. Спасибо. Да. Можете даже сфотографировать. Спасибо. Над этим этаже были уже? Ну, сегодня нет. Там деревянные. А, да? Деревянные. Здесь, кстати говоря, с левой стороны, там, я не обратил, там такой жираф стоит, вытянутый, цветной. А, это у нас именно от магазина с ювелиркой, это их жираф. А, да? Ну, там потолок такой интересный. А, потолок там, да, там под трубой. Да, он деревянный. Я знаю, сколько раз здесь был, никогда не обращал внимания. Но потолки тут вроде бы как бы реставрировали ту же самую лепнину, если я не ошибаюсь. Да. Только вот эти комнатки, они разделены уже на выделки. Да. Да, и этот коридор, вероятно, да, вот эта перегородка, да, скорее всего, да, тоже. Да, этих вроде бы тоже ничего не было. Ага. А на третьем этаже они там деревянный потолок. А-а-а. Вот какой оригинальный, я сама не знаю. А давно они сделали? Деревянный? Да. Ну, не тоже сделали, а отреставрировали, да, вы сказали? Ну, особняк построен в 19-м, начале 19 века. Честно, не могу сказать, когда делали уже реставрацию. А, ну то есть в том году уже была реставрация, ну если она была реставрация, да, она конечно, уже была, да? Конечно. Ну все равно я зайду, спасибо. Спасибо. Да. По какой цене сейчас вот эти штучки? Ракушки 290. Одна посмотрим. Ой, вы смотрите, выбирайте там совершенно разные. Хорошо. Да, здорово, здорово. А вот это не целое, я понимаю? Вообще, это натуральное начало, называется лимфа.
Это такая тыква, которую засушивают, и потом используют в разных целях. Например, здесь можно использовать маленькую мочалочку как губку для дома, и вообще довольно долго, по-моему, в протяжении уже 4 лет используют только такую для мытья посуды, потому что она имеет свойство быстро высыхать, но задерживается влага, но не распространяет бактерии, и она сама по себе долго. Вы не подскажете, а кофе вы делаете? Да. А эспрессо сколько будет стоить? Эспрессо 150 рублей. Вы сможете мне сделать одну чашку эспрессо? С собой? Нет, здесь. Если не заражаете. К сожалению, здесь просто все столики забронированы. Ну, разве что, если вы хотите, можете... Ну, я могу здесь постоять, выпью. Не заражаете? Конечно. Спасибо. Thank you.
Вероника, можно куда-нибудь... И вилку у вас брали. Спасибо. Будет возможность закрыть печку, когда будет время? Алло. Ой, спасибо большое. Да, 100 рублей, все верно. Все. Ага, ну и хорошо, все, спасибо большое. Все, давай, да, ага.